Всем привет! Это очередное видео с разбором планировки из ЖК Сохо. И на этот раз четырешка. Четырешка, ребята. Погнали смотреть. Ну что такое, ну рекламная пауза, ну что такое, ну. А это рекламная пауза, товарищи, в которой я расскажу вам о своей услуге. Называется она «Разбор планировок». Дело в том, что вы можете прислать мне планировку своей квартиры, а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний, которые я применю и сделаю так, чтобы ваша квартира стала удобной, функциональной и в будущем красивой. Ведь планировка – это 50% всего дизайна, как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире. Обращайтесь, ссылочка в описании. Прежде чем приступить к разбору этой планировки, давайте я зачитаю, что на сайте пишут застройщики. Четырехкомнатная квартира называется «Место силы». Вот так вот, ребята, это «Место силы». Самая просторная квартира в Сохо. Ну, действительно, 147 квадратных метров. Это вам не 88 в трешке, которую я ранее разбирал. Ну, где-то здесь, короче, ссылка будет. Здесь не место для компромиссов с собой и своими желаниями. Только чистое вдохновение и максимальное воплощение мечты о лучшем жилье для себя и своей мечты. Боже, как написано, ребята, вы вообще сходите на их сайт и почитайте, как они пишут, это гениально вообще. Слушайте, дайте маркетолога мне, это, нет, копирайтера, тот, который пишет, это просто гениально, это волшебное письмо, я хочу, чтобы у меня тоже так на сайте писали, это же какая вкуснятина, это место силы, место не для компромиссов, шикарно, правда, зачет. Ну а теперь погнали смотреть. Заходим в квартиру, попадаем в коридор. Это и прихожая, и коридор общей площадью 18 квадратных метров. Просторная. Здесь, наверное, надо сказать, что они молодцы, потому что прихожая должна быть просторной и нарядной. Это не только место, куда мы вешаем одежду, но и то место, где мы получаем первое впечатление от квартиры. Есть место, где поставить в шкаф в нашей планировке, и остается достаточно много свободного места, чтобы эту нарядность получить. Молодцы. Идем дальше. А дальше у нас кухня-ниша. Опять кухня-ниша. Почему такое название ниша, не понимаем. Да бог с ним, кухня и кухня. 13 квадратных метров. Обратите внимание, какой она конфигурации, как она влазит на территорию прихожей. И тут же рядом с ней жилая комната очень сильно вытянутая. Эта комната аж целых 40 квадратных метров, ребята. И мне кажется, точнее даже не кажется, я знаю, что такая конфигурация не очень удачная. Почему? Потому что сделать единое пространство, как сейчас модно, современно и удобно в нашей быстрой, текущей, динамичной жизни, то есть кухня, зал, столовая, здесь не очень-то получается, потому что кухня смещена. Вот видите, как она относительно зала смещена в сторону. Понятно, что кухню мы разместим, понятно, что кто-то углом поставит, кто-то там с каким-то островом. Но если мы не ставим перегородку и хотим объединения, то получается, что она у нас как-то частично здесь в коридоре. А такие приемы имеют право на жизнь. Но опять же вопрос, а где здесь премиальность? На мой взгляд, тут вот не очень этот момент продуман. Если кто-то захочет закрыть, например, вот так частично, то тогда у нас кухня получится в таком своеобразной изоляции. Она небольшая, но есть. То есть все-таки останется у нас проход на кухню, поэтому каждый из вас сам решит, насколько это хорошо или плохо, кухня вот так в стороне. Я всегда агитирую за открытую кухню, которая в едином пространстве, и мы получаем возможность и готовить, и общаться, потому что времени у нас не так уж много на самом деле, мы все заняты, бегаем, встречаемся по вечерам, и это очень важно, вот эта вот семейная социализация. Здесь она получается немножко изолированной. Напишите в комментариях, как вам больше нравится, так или совмещенная. Ну а я перехожу к жилой комнате. Она огромная и прямо вот вытянутая, такая как
беговую дорожку, что ли, там можно поставить. На самом деле кухню было бы здорово сюда перенести, поставить вот здесь где-то кухню, вот так вот, дальше стол и дальше уже диваны расположить. На 40 метрах идеально бы все влезло, а эта комната бы осталась, ну, под кабинет, например. Возможно сделать кабинет в углу, например, вот здесь, вход через гостиную, например, даже можно сделать большие двухстворчатые двери или откатные двери, и вообще, в принципе, сделать пространство перетекающее, и когда надо, вот эта вот кабинетная комната будет частью гостиной. Ну, а гостиную вот где-то здесь, вот диван, например, здесь телевизор, здесь вот стол большой, обеденный, тогда все получается. Идем дальше. Мы из одного коридора 18 квадратных метров переходим в следующий коридор 11 квадратных метров. Видите, тут два коридора. Вроде смотришь по отдельности, ну как-то не так много квадратных метров. Тут 18, тут 10. А вот если их сложить, то получается уже почти 30 квадратных метров. Ребята, 30 квадратных метров на коридорах. Сколько квадратный метр стоит в этом ЖК? Вот столько денег у вас закопано в коридор. И у меня вопрос, зачем вот так ходить? Почему вот так нельзя было сделать? Ну, как-то по-другому немножко организовать пространство. Да, я понимаю, шахты вентиляции, опорные конструкции, трубы и все такое прочее. Ну, как-то здесь все равно слишком много коридоров, мне кажется. И вот мы идем по этому коридору и попадаем. Первая жилая комната 13 квадратных метров. Вторая 16,5. И дальше спальня, по всей видимости, родителей. И на первый взгляд все выглядит просто круто. Ну, смотрите. Раз детская, два детская. Дальше мастер-спальня, так называемая, то есть заходим сюда, здесь кровать, тут можно гардероб вот так вот расположить, ну прям песня, тут ну, все вот прям как по фэн-шуй. Дальше свой санузел, 7 квадратных метров, отлично, ребята, отлично, тут в этом коридоре даже огромная ниша под шкаф есть, если что. Знаете, что расстраивает? Санузел 3 квадратных метра, вот дети как там влезть должны? Ну, то есть это прямо мало как-то. Ну, то есть это какая-то не очень большая ванна. Это и как-то вот с трудом влезающие остальные сантехнические приборы. Нет, ну можно, конечно, все это разместиться, но это как-то не очень премиально, на мой взгляд. Ну, то есть ванна и 3 квадратных метра. Что-то маловато. Это, знаете, это 2 на 1,5. 2 на 1,5. Вот так вот. Угу. Что там поставить? Ну, как-то тесненько, но поставить. Мне кажется, что при 144 квадратных метров можно было ванну для детей, она же гостевая, сделать и побольше. Но зато есть второй санузел, точнее даже третий. То есть одна ванна родителей, один санузел детей и есть еще один санузел, который, видимо, гостевой, но я бы на самом деле сделал из него постирочную. Вот, а гости пусть ходят тот, который, он же детский. Тогда это позволит там не ставить хоть стиральную машину. Вот, зато много окон. Много окон, но ванна маленькая. Вот, ну, в общем, вот такой расклад получился. Ребята, пишите в комментариях, как вы видите эту планировку, как бы вы сделали, может быть, по-другому, может быть, я не увидел чего-то, и вы бы сделали по-другому. Ну, а пока палец вверх. Жмите на колокольчик, чтобы получить следующее уведомление о следующих видео. Я буду еще записывать планировки из этого ЖК. Всем пока! Да пребудет с вами Муза!